13 января примерно в 23:30 вечера личный состав, несший службу на проспекте Ленина, попытался остановить автомашину УАЗ-2107 красного цвета. Водитель законному требованию сотрудника полиции не подчинился. При попытке задержать данного водителя он оказывал сопротивление и продолжил движение, тем самым угрожая жизни и здоровью сотрудников полиции. По факту неподчинения законным требованиям сотрудника полиции проводится проверка. Так, что случилось, Алексей, расскажите. Съел в магазин съездить. Так. Патрульных встретил. Так. Начал уезжать к ним. Понятно. Почему начали уезжать? Испугался. Чего испугались? Алкоголь употребляли? Да. Сколько, что выпили? 0,5 пива один. 0,5 пива выпили? Да. Понятно. Раньше что вас привлекали к административной ответственности? Водительского нет у вас? Не учились, на права не сдавали? Машина кому принадлежит? Учился, не доучился. Кому машина принадлежит? Брату. Вашему, да? Да.